Приветствую на канале AsmoDeplay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3. Продолжить игру. Просто 3. Так, это что, как устроить засаду? Блин, картинки быстро проходят, загрузка слишком быстро. Ладно. Итак, враги у нас помечены. Выведите из строя прожектор. Ого. Давайте посмотрим. Здесь тр-тр-тр-тр. Так, там я был. Для начала... Ой. Давайте посмотрим, что я здесь могу взять. Кто у нас тут? Кто-кто в теремочке живет? Так, что-то взрывоопасное хранится тут. Так, эти не помечаются. Так. Да. Так, ну вроде как помечены. Так, давайте посмотрим, как это нам надо организовать. Так, 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 так. Сначала убираем того с вышки. Так-то, по идее, с дальних надо начинать. Ну ладно. Так, тут-то никого нету. Здесь я вроде всех вырезал. Он там в палатке, я не знаю, есть кто или нет. Кстати, я даже не знаю, он там вот есть у нас кто-то или нет. Хотя мне там неинтересно. Там задания не было попадать туда. Я смогу замаскировать выстрелы, если испорчу генератор. Это покуда? Здесь пнуть тебя надо. Где пнуть? А, в слот тебя ударит на этот раз. Давай. Начинай тарахтеть. На. В голову. На, в голову. На, тихо. На. Кто у нас еще один остался, да? Бум. Господи, от нижней челюсти ничего не осталось. Так. На. Давай, отходим. Вот отсюда вот я. Сейчас вас почикаю. Тихо, тихо, тихо. Здесь у нас есть что-нибудь нужное, что-нибудь важное? Нету. Ага, ух ты, там еще и забраться можно было. Так. Да. Бунк. Буха. Давай. Нет, висок. Выше. Вот так. Кто-то еще остался? Вот он, вот он. Давай. Блин.
Сейчас он придет туда, подождите. Не оставим его за спиной там себя. Да. Еще в шапочке есть, чтобы хотя бы каску одеть. Что за безалаберность? Господи. Нарушение техники безопасности. Так. Этот у меня точно обыскан. Так. А, точно, я же за патрон еще борюсь. Так. Чего там? Патроны, патроны. Точно, точно. Так, этот я труп обыскал. Здесь обыскал. Где у меня еще кто есть? Ох ты. Ну, к автоматам почему-то это не относится, да? Это, скорее всего, к винтовкам только. А где я могу еще пополнить что-либо? Не знаете? Так, наверху, вон там можно пополнить. Так, а я вот это взорвал. Надо было с двух сторон, что ли? Вот, покуда он залез, падла. Так, я ему сюда попал. Мне надо было все-таки с двух сторон бить, значит. Либо... Нет. Это он просто не поехал бы. Но не взорвался. Опа. Что это у меня тут? Не знаю. Так, ладно. Давайте. У нас тут приключения начинаются. Так. Еще наверх надо не забыть слазить. Так, а как-то вот лестница. Ее что, твою мать, ты колечко не можешь перелезть, что ли? Еще же запыхался. Вперед. Нас ждет вот этот трупик. Блин, вот жалко, что у меня глушака-то нету. Что это? Я так думаю, бинт. Ну давай посмотрим, правда ли это или нет. Нет. Оп. Оп. Опаньки, да, потушеньки. Что-то я никого не вижу. Такое разве бывает? Я вам не верю. Я вас проверю. Так. Ну, перелазь через дерево. Так. Машин-то до хера. А где? Вот. Первый. Первый, где второй? Непонятно, конечно, ладно. Идем. Как он по следам бременских музыкантов якобы. Я уж не буду бегать, искать тут дополнительные задачи, задания, карточки. Эти, кто они там, надо... Постель-то это для снайпера-то. Позиции снайперские искать. Я должен как жук навозный потихонечку пройти здесь. Так, кстати, по карте посмотреть надо. Так, это что такое? Вот по идее где-то на это должен что-то смотреть. Наверное, что-то типа танка. Прошел. Это вот, наверное, вот это.
Только что-то такое. Так, ну-ка. Вот он. А ведь смотрите, чуть не попал на него. Так. Давайте-ка я пойду посмотрю все-таки, что это такое. Может, это сюда как-то сесть можно? А, это у меня меню быстрое, так? Вообще непонятно. Ну так. Я так думаю, здание дистанции, его снять можно. И потом пусть они ко мне идут. Я даже оправдываться не буду. Так. А теперь давайте с еще более большой дистанции. Призрак. Какое-то достижение получил. Так. Ну-ка, подняться могу здесь на бочке? Нет. А вот сюда. Так, так как эта игра старенькая. Где-то. Давайте, идите ко мне. Ну. Так, не на ту нажал. Давайте. Так, залазь. Я хочу. Сделать большой выстрел. Гигантский. Есть! Есть, есть. Попал. Да. Хрен знает, какое расстояние для вот этой винтовки. Так, я опять, я вот... Блин, я только не вижу его, конечно. Патронов у меня тьма. Так, а я какие-то бонусы, да, должен? Могу за раз это у себя раскрывать. По поводу призраков, как в третьей игре. Что-то какой-то... хрен с ним. Сейчас с расстояния просто всех перестреляю и все. Ух ты! Непомеченный человечек-то. Да.
Да, есть. Патронов у меня хватит на вас всех. Так что вот в этом-то я спокоен. Да. Прям на лесенках помирай. Где, где, где? Графика не успела сработать, да? Так, ладно. О, смотрите. Да. Вот так. Снайпер же я все-таки. На. На. А вы-то с автоматами до такого расстояния разве сможете что-то сделать? А я еще из-за дерева спрятался, так вообще. Ну-ка еще давай разжопай свои вильника вот здесь вот. Блин, тварь такая. Ну вы все равно ничего не сможете сделать с такого-то расстояния. Или что, откуда-то подкрепление зовут? На. И откуда-то с вышки там еще стреляет. О, неплохо я устроил замес. Вот тебе и по-быстренькому. Да, это вроде как снайпер был. Ну да, какая-то винтовочка у него вот есть. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отступаем. Ну вот сюда. Отдышиваемся. Ой, кто-то где-то базарит. Я что, могу слышать что-то или где? Там гранаты взрывают. За что вы меня не любите? Что за ненависть? Так. А мне больше никак не обойти? Можно было по той стороны еще обойти. Кто кого-то отметил. Да, меня заметили. Бум. Зря ты, зря. Вот не полез бы, жил бы дожил. Сам виноват. Ой, дурачок ты, дурачок. Сколько вас там еще? Много? Я же вас всех переполошил. Давай. Так, вот здесь у меня что? Здесь перезарядил. Так, что у тебя есть? Я, кстати, заметьте, еще пока ни одно тело не заминировал. Хотя надобно было бы. Так, 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 так. Тут уж никого не должно остаться. Как я там, призрак, да, завоевал? Звание. Ну прям совсем скрытно. Незаметно проделался. И за что они на меня, на такого классного парня ополчились?
Эх, дурачки. Так, кстати. Надо сходить, это что, винтовочку посмотреть. Может, она мне пригодится когда-нибудь. Так, скажем, для коллекции. Вот здесь вот кто-то сидел, по-любому. Так, ломаем. Давай. Классно, да? Так. Если у врага численный перевес, а у вас нет поддержки, не вступайте в открытый бой. Если вас вынудили, не попадайтесь врагам на глаза, воспользуйтесь винтовкой, стреляйте с дальней дистанции, часто меняйте позицию по возможности после каждого выстрела, чтобы врагам сложнее было определить ваше местоположение. Если вы хорошо умеете это делать, вы сможете уничтожить вражеский взвод, не подвергая себя при этом особой опасности. Это мы и так знаем, но мы не хотим. Мы ленивые. Тихо, 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 тихо. Не муму здесь. Офицерам. Да. Вот кто где булькает? Мне это не нравится, что кто-то где-то булькает. Так, ладно, вау, этот вообще в мясо. Так, на кого ты похож? Так, мне тебя обыскать надо, не забывай. Майор Александро, ваше присутствие необходимо в оазисе Габирун, чтобы оценить новое назначение ваших войск. Генерал Вален очень ценит вашу помощь в этом вопросе. Генерал-майор Кох. Так, ликвидируйте и обыщите, так я так понимаю, вот это тело надо, которое в грузовичке. Приехал. Генерал скоро будет здесь. Нужно подготовиться к прибытию. Так. Давайте посмотрим. Мне еще дыхание восстанавливать надо. Так, во. Место для стрельбы случайно нашел. Только винтовочка, правда, не та. Вот так вот. Похоже, в этих ящиках перевозят взрывчатку. Устройте его так. Вроде как. Че, и все что ли? Ну это не серьезно. А где кровопролитный бой там? Да, это вообще ерунда. Так, ищем. Может что-то интересное найдем. Сейчас зайдем сюда, подожди.
боеприпасы, конечно, вот можно было взять. Меня интересует та винтовочка, которая была в руках у этого тела. Что тут можно взять? Я не знаю. Что-то можно было. Вау. Я пробрался через обломки, чтобы обыскать труп. И что в награду? Лишь два слова. Проект Эпидемия. А мне что, надо было еще труп? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока.